все нормально? Вы как? Комментарий завтра в экстриме. Альхамдулиллах, все хорошо с помощью Всевышнего. Иди купаться сюда, туда. Как настрой? Настрой боевой. Боевой? Карбюратор мощный. Нормально? Все? Карбюратор ЧПХ нормально. Ну, ты что? Как думаешь? Я тоже так. Как мне тебя жалко бывает, а? С Хаддаем. Всех приветствуем. Это Назаров, организатор, можно сказать. Да, президент клуба 4×4, Ахмат. У нас сегодня проходит пятый этап СКФО в городе Шалях, где будут участвовать 6 категорий. Это двухдневная гонка сегодня и завтра. Но сегодня будут 4 категории. Это стандарт, стандарт про, Нива открытая и туризм. А завтра уже спорт и экстрим завершающий. Ну что ж, пожелаем удачи. Все, спасибо. Будете вообще сегодня? Сегодня будет очень жарко. И вот не про погоду. Все готовы прям топить полностью будут все до течки.
все там отсечку подняли, говорят. Так что будем болеть и смотреть. На все 8000 оборотов. Ну, конечно. Видно было. Ладно. Пусть не попадается его заводом, они его побьют. Ну, как настрой? Боевой, как всегда. Но это конкретный вызов. У меня вот вопрос, а как у вас завод чинит Ниву? Да. Ты же вроде на УАЗике ездил. Это нормально. Нет, или я путаю? Я? Да. Ездил. Что случилось? УАЗик не машина, поэтому переключился. С этого можно и начинать видос. УАЗик не машина, переключился. Серый, ты что думаешь? Не согласен. Не согласен? Поддерживаю полностью. Ты что тут? Да, мы с Пакистана приехали. С Пакистана? Ну а барашек есть вкусный? Барашек нет. Нет? Барашки остались в Дагестане. Ну что, как настрой? Настрой боевой. Победа за нами. Да. Подрастаешь, пока не тоже сними. Вот тоже будущий. Гонщик. Штурман. Раз. Штурман и гонщик. Ты сразу их да. Вырастешь, будешь гонять так машину? О, блин! Ну не жарко точно, да? Да? Из них кто твой пацан, чтобы сразу водителем был? Вот мой пацан. Он водителем будет, да? Вот мой брат пацан. Кто из них водителем будет? Водителем? Ну, будем кидать этот жребий там. Разберутся. Ассаламу алейкум. Всех приветствую на 5-м этапе СКФО. Город Шали. Пару слов о трассе. Пока что ничего. Трасса скоростная и все. Про сюда. Походу, Серег, уже кто-то выбыл, да? Второй УАЗик. Сломался? Ой, ребята, начинается категория стандарт. Я бегу снимать самые интересные места. Экшен пошел. В общем, мы сейчас попробуем пройтись по всей трассе, посмотреть самые интересные места. Очень красиво, ребята стартуют, и потом пойдем. Самое главное препятствие – это горка, выезд. И, соответственно, должно стать очень мокро и размыто. Плюс череда такой змейки, где ребята могут совершить обгон. В общем, постепенно пройдемся по всей трассе, поэтому садимся, присаживаемся. Фу, ставим лайки ребятам, кто едет. Так, следующий экипаж. Экипаж муж с женой. Прям видно, что заряжены на результат. Походу на трассе будет жарко. Следующие ребята. Пару слов. Все будет замечательно. И Толсов, ты за нас болеешь? Конечно. Красавчик. 3, 2, 1. Пошел.
поедет! Парни хорошо идут. Так, мы, наверное, с вами пойдем против трассы и пойдем к самому интересному. Медленно, медленно, медленно. Нужно все-таки чуть быстрее. Сейчас посмотрим, как у вас здесь пройдет. Давай, давай, давай! Пока мне нравится вот этот очень экипаж. Обошел. На самом деле очень динамичная гонка, не только для спортсменов, но и для операторов. В общем, движемся дальше по трассе. Ну и еще один проезд НИФ. Залил. Вот вам, ребята, подготовка для стандарта. Ну, молодцы, справляются. Так, у парней все так же продолжает троить мотор. Обидно, обидно, потому что ехали очень хорошо. Сталкер обратно обошла. Догоняет, догоняет, вы смотрите. Очень хорошо идет по трассе. У вас на той стороне здесь череда такой змейки. Поэтому подвеска, конечно, испытывает лютые нагрузки. Медленно. Ой, что ж его творит. Заряжен Муаед на победу. Так, ребят, ну вы знаете, что следующий это стандарт ПРО.
скажем так, профессионалы, и там будут ребята, наверное. Так, у вас тоже троит, не выдерживает подготовка, потому что вода решает свое. А следующий у нас будет стандарт Pro. И вот здесь, мне кажется, очень интересное место посмотреть, как они будут проезжать. Аккуратно проходят трассу на самом деле. Ну вот мы с вами пришли к этой горке, где происходит, наверное, самая яркая борьба. Ну тут реально для УАЗа трасса, вот этими вот прыжками, наверное. Для стандарта у вас будет покрепче. Либо что, правильно подобранные пружины с амортизаторами? Ну, сбойные, да, если были бы с этими амортизаторами, как они называются-то? С вакуумником. Бля, вот ты вот здесь 100% обошел. Да, обошел бы вот 100%. Вот эти, кстати, ребята очень хорошо шли, но мотор затроил, да. Подтверждение, у вас соревнование с Нивами, у вас выбыл, к счастью или к сожалению, но он выбыл. Остались одни Нивы. Так, может быть, делайте выводы. Я сейчас синевоводы страны закидают. Ну вот, по факту, один у вас шел первый, лидером был. Все, выбыл, сломался. Ну, кстати, я заметил на многих этапах, точнее на всех, на последних трех. Блин, я думал появился, но это не он. Это Нива. Ну, потому что надо аккуратнее уже броды, потому что фильтр набирает воды постепенно. Время сколько теряет? Ну, я не понимаю принцип вот этого. Он постоянно глохнет уже четвертый раз и пытается ходами пройти. Ну, пройди там медленно, блин, и поедь дальше. Меньше времени потеряет. Так, а где сталкер-то? Сталкер, по ходу дела, тоже выбыл. Он так хорошо шел, у него было место 100%. Самый прочный, мне кажется, вот эта красная Нива, она реально так фигачила по всей трассе, парни. Я знаю. Не было ни одного проезда, чтобы он здесь бампером не ударился. Посмотрите. Оп, каждый раз одно и то же. Если он бросит газ, он заглохнет. Да. Хоть он просто жмет в палас. Но она крепкая, она держится прям. Ага. Она троит, она застучала, потом стук ушел куда-то, я не знаю, на третьем круге. Починилась, походу.
Это просто пару поршней вылетело в трубу, и он поехал на трех. Но едет. Стабильно едет. Кстати, сталкера нет не потому, что он сломался. Он финишировал, получается. Все, закончились. Он красавчик. Я приехал на открытую Ниву, остальное все так. Не знаю, мне вот нравится, как стандартники гоняют. Я изучаю открытую Ниву, потому что собираюсь участвовать в ней. С кем? С тобой. Да, Нива как вся на ходу облегчается, бля. Ты, может быть, плохо специально закрутил, чтобы легче стало? Чтоб новый бампер не поцарапать. Здесь двух местах. Как? Проехали? Нормально, нормально. Желательно, конечно, получше, но я тоже знаю. Ничего. Почему так последний круг последними? Да, чуть-чуть заглохли, опять забарахлили. Время потеряли. Так все нормально. Офигительно. Толсон. Ова, ну что? Ничего, трасса была нормальная, мокрая. Ну чуть-чуть. Не жарко, да? Не, какой жар. Не то, что в Дагестане. Да, скупались чуть-чуть. Хоть не этот, не сезон сейчас, но что делать. О, я бы сейчас с удовольствием скупался бы прямо вообще с разбега. Садись с кем-нибудь. Ты что, поранился, что ли? Ну да, порезался. Снимки да. Хорошие сделал? Ну, посмотришь, оценишь. Лайки, комментарии. Я всегда тебе лайки ставлю, комментарии пишу. Все, у тебя всегда супер бывает, лучше, чем у других. Ну, как в этот раз стандартники выступили? Хорошо, слава богу, нормально. Покатались. Так. Удовольствие свое получили. Адреналин получили. Так держать. Ждем Карачаева, Черкесию. Ну как? Все четко. Все четко? Если есть кто, напишите в комментариях, коробка нужна. Уже какую гонку мы коробку ищем. Заводская коробка нужна, которая не ремонтировалась. Ребята, дайте, пожалуйста. Вот Виталика канал хороший. Копеечная нужна. Копеечная вот тоже полетела. То же самое. Вот вторая, третья нету опять. Из-за этого не можем мы нормально ехать. Ты просто помедленнее переключать надо. Я не знаю, как ты там шилял, наверное. Еще и штурман тебе вот так рукой поднакивал, да? Очень классная гонка. Что скажешь? Всем привет. Меня зовут Сергей, и мой папа ездил на гонках. Не знаю, какое место выбрал. Выиграл. Выбрал? Выиграл, да. Но выбрал-то он первое, а вот насчет выиграл уже будем вопрос, поглядеть, да? Будем поглядеть. Да. Ну, ты покажи руки свои. Вот чисто работа оператора сильнейшая. Посмотри. Да вот нормально, чисто, подержи. Вот чисто так надо работать оператору. Стараемся, все хорошо. Виталик, Толик, молодцы. Фух, на трассе пойду, было пойду видно. Пойду дальше. Давай. Так, мужчины, как настрой? Настрой зверский. Зверский? Будем давить. Слушай, но в прошлой категории в стандарте УАЗы как-то себя не очень показали. Как думаешь, почему? Запрягают быстро, а финишируют почему-то медленно. Не были готовы, наверное, сами. Так, ну желаю удачи. Спасибо, спасибо, тебе тоже спасибо. Ну что, парни, вы-то как? Бодро, бодро. Готовимся. Машина готова? Все готово. Машина готова, квартира готова, все готово. Ты невесту ищешь, что ли? Иначе никак. Все, удачи вам. Спасибо. Так, парни, ну говорят, сегодня вы будете опять на все бабки. Таталово. Постараемся не сломаться. Давайте, аккуратнее. Куда ехать? Ну тут я смотрю, вообще настрой бомбовый. Конечно, как всегда, боевой. Боевой? Конечно. Кто главный конкурент? Все равны, а гонка покажет. Так, парни, ну вы настроены на победу? Однозначно. Всем салам алейкум, всем удачи. Итак, 5 минут до старта. Ребята выставляются в стартовый коридор по, наверное, рандомно, не рандомно, либо по жребию. А каким образом жеребьевка происходила? По номерам? Да, вот. А номера каким образом доставались? А там просто вытаскивали. Ну, доставали там жребий. Боевой настрой. Так, ну вы, по-моему, первый раз, да? Да, первый раз на эскифовом из Краснодарского края. Но участвуете, наверное, не в первый. Нет, участвуем, да, не в первый. Ну, в общем, на опыте, я так понимаю. Покажете сегодня мастер-класс? Я думаю, да. Ну все, успехов, удачи, пускай победит сильнейший. Взаимно. 100%.
Так, ну расскажи, где секреты, какие на трассе есть? Есть секреты, они находятся под водой. Под водой? Да, очень мокро. Ну, прикольно. О, ты как, ты же доехал, все нормально? Да, финишировал, я не знаю, или второй, или третий, ну не первый, пока еще. Слушай, а мы стоим такие, блин, тебя нету, неужели сломался, потом поняли, что ты. А я заглох два раза. Не, я два раза заглох, воду, походу, хапанул, но тем не менее, два раза догнал, кого обгонял. Ну, на горке обгон у тебя красивый был. Правда, немного прилетело. Ну, не без ДТП, да, в этом. Ну, ничего, это гонки. Финал покажет. Че как. Вот это скоростя, ребят. По-моему, теперь всем ясно, что будет твориться на трассе. Анатолий, Анатолий. Вот этот канал Витальсон, который вы видите, подписывайтесь, лайки, дальше будет просто жестко. Это был Анатолий с канала Check Spirit, ссылочка будет в описании. Ох, как они заряжены. Так, я хочу дождаться старта вот этих двух НИВ, потому что на них стоит будет обратить внимание. Обычно, ребята, но не то, что на все деньги. Нива подрывается всеми четырьмя колесами. Ну, теперь понятно, да, кто главный конкурент? Ну и, конечно же, старт Салиха. Вот это очень интересная Нива. Скорее всего, даже не Нива, а ее пилот. Обязательная остановка между кругами. Я думаю, нужно будет сейчас обратить внимание, как он будет проходить этот вираж. На мокрые штаны я бегу. Как, парни, все нормально? Помощь запрещена. Вдвоем пытаются. Давай, кажется, все-таки это нереально. Попробуйте под колесами чуть подкопать. Эх, а как ребята шли? Да, это было просто нереально. Oh, my God.
что там дальше? Так. У Нивы уже там бампер покидает чат. Конечно, на самом деле очень жалко, потому что парни шли. Подожди, а Марат что ли сошел? Перевернулись. Серьезно? Уши вообще полностью лежали на крыше. Вот здесь, конечно, очень красивый выход. А где он перешел? Вот прям здесь слева. Какая-то вещь, а я бегу дальше. Ай, сколько времени потерял. Парни, вы как? Без слов? Вот я знаю, кто отдаст комментарий. Как обычно, не доехали. Не доехали? Сами целы, все хорошо? Да. Каркас отработал? Да, да. Правым колесом в колею вот здесь стукнулись? Скорее всего, да. Да. Там тоже чуть не
перерыв, на два колеса встали, еле. Ну, каждый раз. Заглохло. Парни первый раз из КФО. Садыгеи. У вас препятствует. Преследует просто по пятам Ниву. Нива. Так, если мне память не изменяет, это ребята из Осетии. Ну что-то второй раз куда-то они улетают на Ниве. Красивый был обгон. В общем, ребят, вот так закончился второй заезд. Это была категория стандарт про. И с виду, что я не скажу, что это какой-то стандарт. Как будто супер экстремальные гонщики. Мне на самом деле очень понравилось. Было очень зрелищно. Я думаю, обязательно лайки, подписки. И не пропустите следующий сезон. Фу, было очень круто. Ой, какой обгон! Ой, как красиво! Вообще не машина.